После домашней победы над Тереком со счетом 2-0 главный тренер «Зенита» Властимир Петржел решил отправиться на ответную встречу без ряда ключевых футболистов. Аршавин, Киржаков, Радимов и Спивак остались дома. Было решено дать шанс ближайшему резерву. Однако курортный воздух Пятигорска весьма дурно подействовал на боевой дух питерцев. Еще в первом тайме Терек вполне мог наказать «Зенит» за попытку наладить игровые связи в официальном матче. Питерцы также провели несколько острых атак. Запомнился кореец Хён Ён Мин, который, как выяснилось, здорово бросает мяч из аута. После перерыва Терек смог прибавить. Петржели, игра его команды, явно особого удовольствия не доставляла. Да тут еще в середине второго тайма Джабраилов воспользовался ошибкой Малафеева и открыл счет в матче. Я просто видел матч в Нальчике, когда Власов раздевал там Нальчикой, 6 мячей забили. Сегодня мы ему практически не дали ничего сыграть. Ну и как бы и так, достаточно очень строго играли в обороне. Вот здесь, что, конечно, минус нам пока на данном этапе, это реализация глубины. Действительно, возможности забить второй мяч у хозяев поля были, но больше голов в этой встрече зрители не увидели. «Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка, однако первое, о чем спросили Петржела на пресс-конференции, будет ли «Зенит» приобретать новых игроков. Я не знаю. Не пробовали некоторые ребята, которые не хотели. Но мы хотим уже очень сильные ребята. Но некоторые не успели. Поэтому, может, это сделаем летом, потому что там 7 игр в чемпионате, а мы подготовимся к тому, что за летом купили никакие уже известные ребята.